Так, решил записать, как для тех, кому нравится то, что я веду трансляции, расскажу, как вам отключить уведомления. Заходим или через приложение ВК, или через ПК-версию, или через десктопную версию настройки. Выбираем уведомления, прокручиваем вниз. Выбираем вот трансляции. Вот у меня отключено. Вот. Все важные никакие. Выбираем никакие. Сохраняем и выходим.